Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами таким проектом. Называется, друзья, Карат Бест. Это сервис активной рекламы. Я только что зарегистрировалась. Смотрите сами, подойдет вам или нет. Я лишь только, как уже сказала, делюсь с вами информацией. Я люблю такие проекты. Здесь очень дешевая реклама. Значит, ну вот так вот он выглядит, домашняя страничка. Здесь все посмотрите, почитаете, что нам предлагает. Кран-бонус не каждый час на вывод. Выплаты. Так, получаем 90% от заработка на серфинге, от пополнений. Реферальные начисления 3 уровня 5, 2 и 1%. Плюс за каждого реферала 0,5 рублей, это 50 копеек на вывод. И реклама всего от 2 рублей. Вот это вот меня и зацепило. Ну и платежная система Pair. Значит, вопросы-ответы обязательно прочесть. Я уже не буду ничего тут зачитывать сами. Новости. Стартовал проект вчера, 30.11. Так, купить скрипты. Есть группа ВКонтакте. Кликните и попадаем на группу. Так, подписаться. И, конечно же, уведомления. Я всегда включаю уведомления, чтобы мне каждый раз не заходить, не проверять. А так я ВКонтакте на колокольчик нажму. Если мне надо, я перейду. Регистрация, друзья, здесь наипростейшая. Вот начать регистрацию. Смотрите, здесь есть через соцсеть. Ну, я лучше как бы пройти простую регистрацию. Здесь вводим логин, почта и пароль. Пароль, он высвечивается. Нажимаем регистрация. Ну, а если хотите, пожалуйста, через... Поставлю на паузу и авторизуюсь, так как пароль он высвечивается. После чего мы попали в личный кабинет. Здесь вся наша статистика отображается. Здесь сразу привязываем Pair кошелек. И нажимаем привязать. Кошелек привязан. Все. Далее что? Давайте пройдемся по вкладочкам. Здесь, друзья, у нас заглушка на вывод 2 рубля. Так что смотрите сами, подходит вам проект или нет. Значит, личный кабинет, пополнение и обмен. Значит, я уже привязала. Здесь как бы у меня вот этого не было. Pair, пополнить баланс. Только Pair. 2 рубля прописываем и пополним. Это я все буду делать за кадром. Я хочу проверить его, как здесь будет идти рекламка. Потому что 2 рубля это вообще ничто. Ну, можно обменять баланс для вывода на рекламный баланс, на покупки. Вывод. Так, максимум можно вывести 500 рублей. Ну, это у нас навряд ли такая. Кошелек. Давайте проверим заглушку. Что мне сейчас напишут? Конечно, у меня денег нет. А ничего не написали. Вот. Потому что у меня денег еще нет. Ладно. Так, вывести рефералы, вкладочка. Как я уже сказала, 3 уровня. Партнерская ссылочка. Баннеры кликаем. Вот такой вот баннер. Далее кран. Можно получать бонус. Кликаем по баннеру. Так. Ну. Я сейчас не кликну. У меня стоит расширение. Вот такое вот. И оно заменяет рекламный баннер. За это мне как бы денежка капает. Это я потом отключу уже расширение, как бы выключу и кликну по... А вот кран появился, смотрите.
Каждый час. Давайте получим бонус. Так, ну что? А ничего, что-то мне. Вот видите, у меня все кругом одни баннеры. Вот, кликаю, перебросила. Вот теперь кран. Пока моя рекламка не появилась. Ага. Для получения вознаграждения пополните баланс с кошелька на 2 рубля. Понятненько. Ну вот я сказала вам, что здесь заглушка 2 рубля. Это я все потом, как я уже... Здесь много серфинга. Можно зарабатывать на серфинге. 72 серфинга. Как здесь разгадывать серфинг? Капчу. Кликаем. Я одну рекламку просмотрела. Так, эту я уже смотрела. Давайте следующую. Сайт загружается. Ждем. Идет отсчет таймера. Давайте подождем. Я вам покажу капчу. Здесь какая капча. Смотрите, здесь вот видите буквы и одна цифра. Цифра 8. Может быть, естественно, любая цифра. Мы кликаем цифру 8. Спасибо за посещение. Все, зачет. Страничка обновляется. Как бы, если вас заинтересует, можно остаться. Вот таким вот образом просматривать рекламку. Далее, чат есть. По всем вопросам, пожалуйста, можете писать в чат, задавать вопросы. Так. Далее новости я вам показала. Купить скрипты. Ну и мы ВКонтакте. Так, возвращаюсь, друзья, в серфинг. Самое главное вам не показала. Рекламка здесь у нас очень дешевая. Обратите внимание. Значит, описание сайта. Краткое описание. Ссылочку вставляем на рекламируемый сайт. Значит, повторно ссылка доступна. Что вам надо? 1 час, 6 часов, ну и так далее. Там. Далее. Время просмотра 10 секунд. 2 копейки. Что вам надо? Такую можно поставить. Количество показов уже будет меньше. Так. Ну, давайте остановимся на этой. Значит, активное окно. Если нет активного окна, то за 2 рубля количество показов 100 показов. Это супер. Я всегда ставлю, чтобы было активное окно. Вот. Если вы пополняете на 2 рубля количество показов 66, если, например, на 10 рублей пополнить, и это количество показов 333 показа. Вот. Здесь предпросмотр. Смотрите, как будет ваша рекламка отображаться. А потом кликаем купить. Вот. Я считаю, это недорого. За 2 рубля. 2 рубля. Убираем активное окно. 100 показов. Но это уже на усмотрение. Я люблю, чтобы как бы после просмотра человек мог перейти, страничка обновиться и непосредственно перешел на сайт, где в дальнейшем он может, если ему понравится, зацепит, зарегистрироваться. Ну что, в принципе, это все. Тут больше такого и нечего показывать. Вот такой вот сайт. Также можно выбрать аватарку, загрузить аватарку. Это я все сделаю позже. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи. До новых встреч.